Здравствуйте, с вами Ирина Панина. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как раскрутить свое видео. Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие в те края, куда, возможно, вы и не знали доступа. Сегодня мы с вами пойдем в Google+. Вы видите все, что я делаю. Нажимаем сюда. И вот он, Google+. Открывается новая страничка. В левом крайнем углу есть вот такая лента. Нам с вами нужны сообщества. Отсюда, кстати, вы можете попасть и в профиль. Вот мой профиль открывается. Видны все ролики, которые закинула я, на которые поставила вот такой плюсик. Можно это сделать, кстати, и сразу отсюда. Вот я могу свои ролики. И он сразу покраснел. Пойдем снова на вкладку «Сообщество». И вы видите сообщество, приглашение в сообщество, которое я получала. Какие-то приняла, какое-то вот еще здесь болтается. Сообщества, в которых я уже являюсь участником, я отобрала для себя. И сообщества рекомендуемые. Здесь тоже сообщество есть и YouTube. И вы можете подобрать сообщество по своей тематике, на какую тему вы снимаете или делаете видео. На что нужно обратить внимание? Обращаем внимание на количественный состав. Вот смотрите, циферки 50 тысяч, 612 участников, 13 тысяч, 097, 2 тысячи. Бывают вообще сообщества только созданные. Нам нужны выбирать сообщества по количественному составу больше. Вот здесь 2700, тоже Facebook. Почему бы, допустим, не вступить туда? Прокручиваем дальше, до самого низу. И здесь есть вкладочка «Поиск». Вы можете найти сообщество по своей теме. Ну, к примеру, у меня моя деятельность связана с Деносом. Вот они, сайт Денос Омск. Поэтому мне лучше я вот подберу «Здоровье». И как видите, нам тут же система выдает сообщество по этой тематике «Здоровье». Красота и здоровье, здоровье и красота, питаться здорово, книга здоровья. Обращаем внимание на количественный состав, взглянуть вкладочка. Ну вот, допустим, пойдем сюда. Можно посмотреть. На что я хочу обратить ваше внимание. Каждое сообщество, когда вы входите, в правой вкладке есть правила, нарушать которые нельзя. Эти правила придуманы создателем этого сообщества или модератором. Обязательно ознакомьтесь с этим правилом, чтобы их не нарушать. Иначе вас могут вычеркнуть, могут забанить. И это как минимум 2 недели вы не сможете зайти. Вы также можете посмотреть какие-то ролики. Посмотрели ролик. Только убедившись, что все левые палочки Твикс достаточно хрустят. Поставили лайк. Можете поделиться. То же самое сделают и с вашим роликом. Вот, кстати, я уже здесь наследила. Вот мой ролик. И 2 лайка уже стоит. А теперь хочу вам показать, как я загружу ролик в одно из сообществ. Ну, допустим, выберем вот этот ролик. Копируем ссылку, заходим в сообщество снова и выбираем, есть ли здесь какие-нибудь сообщества по Деносу. Набираем Денос и смотрим. Ага, есть сообщество по Деносу. На небольшое количество участников не очень-то это радует, но присоединяюсь. Выбираю это сообщество и здесь есть графа «Есть чем поделиться». Вставляем сюда свою ссылочку. Сразу видим, как ролик загружается. Вот эта строка должна быть заполнена. И поделиться. Нажимаем на зеленую кнопочку. Все, наш ролик загрузился. В общем, я думаю, что вам понятно,
вы можете подобрать по своему усмотрению нужные вам сообщества. Можете заходить, вот те, которые я уже отобрала. Это, естественно, сообщество по Ютубу, раскрутка, Одноклассники, Фейсбук, то, где я бываю. И что я еще хотела вам показать? Я вчера вечером наследила, в некоторых сообществах побывала, поставила лайки, забросила свои ролики. И сейчас я зайду на Ютуб. И всем нам известно этот колокольчик, где сообщение. Вот загрузилось. Нажимаю на него. Посмотрите, сколько людей побывали, посмотрели мои ролики. Это не все из Ютуба, а многие зашли из Гугла. Так, ну вот, опубликовал у себя мой ролик, то есть поделился роликом в соцсетях. Добавил к себе на страницу, добавил плюс один. Добавили плюс один, добавил плюс один, добавил плюс один. Ну, в общем, я думаю, что вы все поняли. Таким образом, можно делиться своими роликами, заходя на Google+. И люди, если ваш ролик посмотрят, добавятся к вам и просмотры, комментарии написать и так далее. На этом ролике, когда я начинала забрасывать его, обратила внимание, что было 36 просмотров. Сейчас 295. Ну все, мои хорошие, на этом урок закончен. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки и пишите комментарии. Мне очень важно знать ваше мнение. Всего доброго! До следующих встреч!